сегодня у нас, короче, первый день Адреналин Кибер. Адреналин Кибер Кап. Приперлись на, как это называется, стадиум? Стадиум Лайв. Стадиум Лайв для того, чтобы посмотреть вообще, что здесь будет происходить. Так что давай, пойдем. Пойдем потихоньку за мной. Люди вовсю готовятся к игре, здесь все очень серьезно. Здорово. Здорово. Это все? Это все, что ты можешь дать моему контенту? Божественно. Ладно, сейчас мы пойдем к нашим ребятам, чтобы узнать, готовы ли они сегодня побеждать. Ваня, я тебя отвлеку на секунду, если ты не против. Давай. Ты веришь в сегодняшнюю победу? Конечно, верю. Блин, давай так, если ты победишь, ты вот свое максимальное, блин, ты будешь прям счастлив, что ты сделаешь? Я прыгну, как Дима Билан. В толпу? Нет, на сцене. Просто на сцене? Да. Давай в толпу. Нет, в толпу не надо. Я боюсь, толпа меня не выдержит. Она будет слишком подавлена после сражения Лесосков. Че, как на самом деле, сколько там осталось до выхода? Ну, это сейчас Нави выигрывают, то полчаса где-то. Ну и все, и дальше взъебывать надо. Конечно. Однозначно. Ты, я так понял, болеешь за Team Empire сегодня, правильно понял? Какие твои ожидания, короче, от этого матча, который сейчас предстоит? Ну, ожидания не самые хорошие в ЭПСИ. Тогда, погоди, не понял. Так, давай пересним, ну, дубль второй. Не, ну, шансы, конечно, есть на победу с ВП, они не самые большие, но мы всегда верим в победу и будем надеяться, что ВП расслабится на этом турнире и не будут относиться серьезно к нему. Понял. За каких игроков ты сейчас больше всего топишь? Мипошка лучший, капитан лучший, игрок лучшая четверка, лучшая пятерка, просто лучший. Ваши ожидания, блин, от этого матча? Потому что сегодня дофига людей собралось, чтобы посмотреть на то, как мы победим. Естественно, никто другого исхода не ожидает. Ну, я пришел сюда поболеть за имперцев. Хочется увидеть красивую игру, как, потому что Virtus.pro самый главный враг, можно сказать, ну, после Na'Vi, конечно. Вот, так что желаю удачи ребятам, будем следить. Твоя очередь. Ну, я давно слежу за Империей, и сейчас, когда туда уже вернулись такие игроки, как OneScore и Silent, то как бы чувство радости за это, и я надеюсь, что они смогут раскрыться. Так, а я на тебе не вижу формы Team Empire. Что за дела? Ты не за Team Empire? Я забыл свою футболку, на самом деле. Я приехал издалека. Вот, но я приехал поддержать Team Empire, потому что... Откуда приехал, если не секрет? Перебью. С Волгограда. С Волгограда, чтобы поддержать Team Empire. Нифига себе, чувак из Волгограда приехал. Красава, давай петь. Вот это молодец. Но на самом деле, у меня есть некая ненависть к Virtus.pro. Я их не очень люблю, так что я желаю имперцам победить. И победить в финале, самое главное. Я думаю, однозначно будет. Спасибо большое, ребят. Будем смотреть, что будет дальше. Смотря на то, как я подхожу к людям, вы можете задуматься, типа, блин, чувак, ты подходишь к людям, только которые в футболках Team Empire, и спрашиваешь у них, и само собой они будут болеть за Team Empire. Давайте подойдем просто к другим людям и спросим у них. Йоу, ребят, не подскажете? Вот вы сейчас ждете, я так понимаю, следующий матч, правильно? За кого болеете? Virtus.pro. Да, вы. До свидания. Идем дальше. У нас живой контент, мы никого не находим, типа, специально, абсолютно. Здорово. Привет. Можешь дать пару слов буквально для блога? Конечно. За кого болеешь? За ВП. За Team Empire. За ВП. Может, ты хотел сказать за Team Empire? Нет. Пару слов можете дать буквально для блога? Кто-нибудь? Отлично. За кого болеете? Простой вопрос. Да что ж такое? Пару слов для блога можешь дать? Да, конечно. Мы не будем спрашивать в этот раз, за кого ты болеешь, какая разница, за кого ты болеешь, да? Это не имеет никакого значения. Но если бы болел бы за Team Empire? Возможно, возможно. Хорошо, можем продолжать уже более-менее спокойно. Какие твои ожидания, что ты думаешь, что будет происходить сейчас? Я думаю, Virtus.pro втащит. Empire, конечно, победит. Empire хорошая команда. Вот, типа, без монтажа, без всего, типа, блин, абсолютно. Абсолютно искренне. Никакой постановки. Мы с ним не договаривались, я его не знаю. Первый раз видишь меня. Да, конечно. Я его первый раз вижу. Это не нативная реклама. Само собой. Спасибо, Лех. Давай.
первый банальный вопрос. Типа, ты девушка, почему киберспорт? Типа... Ну, мне очень нравится, я сама играю. Мне очень нравится команда Virtus.pro, я за них болею. Я просто реально хотел узнать, это как бы реальный интерес собственный или вас здесь держат и шантажируют? Нет, если, нет. Если вас заставляют так говорить, подмигни правым глазом, типа. Нет, нет, меня не заставляют. Мне самой это очень нравится. Я играю, наверное, более года уже. Просто затягивают очень интересно. Ты, по-моему, сейчас подмигнула. Нет. Нет, нет, нет. Ладно, хорошо. Болеешь за Virtus.pro? Да. Но чисто теоретически, если бы здесь не было Virtus.pro, ты бы болела за Team Empire? Ну, скорее всего, да. Вообще, я вообще болею за русские, наши близкие страны, я за них всех болею. В принципе, Virtus.pro России, и я больше патриот. Ну, да. В принципе, не важно, кто победит, важно, что это веселое времяпрепровождение, все равно все круто. И вот уже пару минут буквально осталось до начала матча Team Empire. Мы все болеем, мы только что прошлись, ребята реально ждут. Много фанатов, много людей, да я сам в нетерпении. Или это адреналин меня колбасит, либо я на самом деле болею за Team Empire и дико жду этого матча. Сейчас посмотрим, что будет. Народу дофига, конечно, и, блин, это должно быть круто. Собственно, сейчас прошла первая игра, за которой мы очень внимательно наблюдали. К сожалению, Team Empire проиграли, потому что я болел за Team Empire лично, что, собственно, ничего в этом удивительного нету. Но начало было прям очень накаленным. Я думал, что победа точно будет за Team Empire, а потом как-то все понакатанное, и вот по итогу Virtus.pro оказались победителями. Не знаю, впереди еще две игры или всего одна, не знаю, посмотрим, как оно будет. Надеемся на лучшее. Ну как тебе первая игра вообще? Слушай, вообще огонь, зверь, нетельный медведь, болею за Virtus.pro, хочу победить. Наша команда выиграла. Ну и просто еще, короче, есть билетик на автограф-сессию победителей, поэтому хочу на Virtus.pro, конечно. Ну это само собой. Как тебе вообще начало это, по-моему, такое прям, знаешь, накаленное было с одной стороны, а потом как-то на спад пошло. Да знаешь, как бы очень бодро. Знаешь, такое ощущение, как все такие смотрят, ой, бодро, а я чувствую, что Virtus.pro уже выиграли. Вот я уже уверен в победе. Типа, а ты знаешь, вот есть такая фигня, да, что если начинается очень бодро со стороны одной, то потом другие камбэкаются наоборот и возвращаются. Может быть, эта игра, наоборот, подготовка и такой, знаешь, камбэк для Team Empire в дальнейшем. Я думаю, что это будет как в прошлой игре, когда Мауза начали про игру выигрывать, а Нави все равно затащили вторую игру подряд. Так что Virtus.pro уже на подъеме, поэтому я думаю, что Empire сегодня идут домой, а завтра играют Нави Virtus.pro. Так а что, как твой прогноз? Сейчас будет 1-1 или все-таки сразу 2-0? Я 2-0 сразу. 2-0 сразу, без оговорки. Сразу 2-0, я думаю, что это, думаю, минут за 35 выйдет все. Ясно. Че кореша думают твои? Что не скажут? Мы тоже все болеют за Virtus.pro. Ваш прогноз, что думаете? Я думаю, что при начальном пике есть шанс, конечно, у Империи, но по дальнейшему пику как бы посмотрим. Но, разумеется, болеем за Virtus.pro. А, такой каверзный вопрос. Вы пришли сюда реально поболеть или побить халявный адреналин? Нет, разумеется, болеть. Исключительно. Ну, может, адреналин? Даже не знал об адреналине до того, как сюда пришел. Слушай, как тебе первая игра? Первая игра, ну, начали хорошо, закончили плохо. Я думаю, это сказывается на тимплее, то, что состав все-таки довольно молодой, рано собран и толком еще не сыграно. То есть вот эти вот все проблемы суммируются и выливается вот такое. Ну, начало хорошее было. Блин, ну ты ведь болельщик Team Empire, правильно, прям? Да. Потому что я уже не первый раз подхожу к людям, они футболка, грубо говоря, Na'Vi, а болеют за Virtus.pro, такие шпионы, знаешь? Да нет, я полный болельщик Team Empire. Ну все. Как ты думаешь, твой прогноз на дальнейшую игру? Все возможно, но все-таки кажется, что ВП сильнее. Как... Мы... Слишком рано, да? Да. Империя еще не готова. Империя не сыграна. Но как бы буду надеяться, что Империя все-таки соберется. Ну да, будем надеяться на лучшее. Да? Ну все, отлично.
Собственно, таким вот образом у нас закончился первый день. Team Empire проиграли, Virtus.pro выиграли. Сейчас проходит автограф-сессия у Virtus.pro, ну и, собственно, все разбегаются по домам, готовятся к завтрашнему дню, на который мы тоже обязательно поедем и будем снимать. Было круто, хоть и команда наша проиграла, но было круто. Проигрыш все равно надо отмечать, поэтому налейте что-нибудь, а то, блин, грустно как-то. Слушай, понимаешь? Ну ты вообще не записываешь сейчас. Я все записываю. Так не записывай, боже. Не-не-не-не-не, у меня послание. Послание от верхов надо записывать все. Я его выкину. Бутылку? Нет. Все, ничего не знаю. Телефон с камерой. Сегодня мы до сих пор все еще. А, бля, давай еще раз. Сейчас проходит автограф-сессия у Собственно, сейчас прошла только первая игра, за которой мы очень сильно наблюдали. Да, он как-то неплохо. А вот саппорты мне не нравятся совершенно, притом оба. Ну, maybe next time в той мете, когда...